Есть уверенность, что новые технические средства станут хорошими помощниками правоохранительным органам в поимке уличных преступников. К слову, накануне соцсети взбудоражило сообщение о массовой драке в студгородке Якутска между двумя группами молодых людей. По некоторым данным, драке предшествовал конфликт в одном из ночных клубов столицы, после чего молодые люди решили встретиться позже в районе студгородка. О наличии пострадавших или разбитого имущества пока неизвестно. В настоящее время по факту конфликта между молодыми людьми полиция проводятся проверочные мероприятия. Личности зачинщиков и отдельных участников конфликта установлены. В основном